Меня подставили. Эй, ты мотылек, да? Деньги есть? Найди, без них не убежишь. Луи Дега, миллионер, долго не протянет. Дружище, ты попал по-крупному. За небольшую сумму я тебя прикрою. Защити меня, и тогда я помогу тебе сбежать. Что-то мне подсказывает, ты можешь за себя постоять. Вы собственность управления административных учреждений Французской Гвианы. Отсюда не сбежишь. Выход есть всегда. Знаю, многие из вас замышляют побег. Это и есть твой шанс. Можете пытаться бежать сколько угодно. Я должен пойти с вами.